Попасть в онлайн-университет вы можете двумя способами – с рабочего компьютера и с личного устройства. Про обучение на личном устройстве мы записали отдельное видео. Обязательно посмотрите его и получайте знания из любой точки мира. Если же вы хотите пройти обучение, не отрываясь от рабочего процесса, то просто переходите по ссылке university.rt.ru. Кстати, на портале тоже есть ссылка. Вот она, в разделе «Обучение». Вход в онлайн-университет автоматический. Просто нажимайте на кнопку «Я во внутренней сети» и все готово. Итак, вы на платформе. Остается понять, с чего начать. Если вы знаете, какой курс хотели бы изучить сегодня, вводите в поисковую строку название курса, нажимайте Enter и изучайте то, что интересно. Вы можете прокачать свои профессиональные знания и компетенции в различных разделах. Для этого заходите в курсы и программы и выбирайте. А это что такое? Это теги. С помощью них вам будет удобнее искать курсы. Вот так. Едем дальше. Перемещайтесь между страницами и выбирайте тему, которая вас больше всего заинтересовала. Все как на ладони. Тут развернута информация о курсе и основные данные о спикере. У каждого курса удобная навигация. Вы это точно оцените. Используйте прокрутку, чтобы по очереди открывать все блоки. Если же вы хотите глубоко погрузиться в выбранную тему, вам помогут программы обучения. Что здесь? Это курсы, вебинары, тренинги, учебные материалы, которые объединены одной темой. Слева – структура программы, справа – выбранная тема. Перемещайтесь по разделам и изучайте все курсы и материалы. Если раздел пройден успешно, появится галочка, если нет – крестик. Чтобы программа завершилась, а результат сохранился, пройдите все блоки. Пришло время посмотреть, что мы уже себе назначили. Для этого открывайте «Мое обучение». Здесь отображаются назначенные и завершенные курсы, программы и вебинары. Это дает вам возможность возвращаться к изученному в любое время. Еще в нашем университете регулярно проходят вебинары, тренинги и мастер-классы, на которые вы можете записаться, выбрав нужную дату в календаре. Иногда для участия требуется согласование руководителя. Онлайн-университет подскажет вам, когда это необходимо. Мы очень ждем ваших отзывов. По завершении курса, программы или вебинара вы можете поделиться своими впечатлениями. За многие курсы и программы можно получить сертификат. Если он предусмотрен после успешного завершения обучения, вам об этом расскажет кнопка «Сертификат» на странице описания. Действуйте, все в ваших руках.